Ребятки, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах. И сегодня в выпуске буду я один. Видите, друзья, набережная вообще пустая. Никого. Вдоль пляжа тоже иду я один. Там он еще идет впереди меня мужик. Я его несколько раз обгонял. Тучи. Я надеюсь, тучи идут туда в море. Надеюсь, меня они не застанут, потому что мне нужно идти еще домой. Я машину бросил на той стороне Адлера. Да, вот такая вот погода. Буквально на днях я снимал выпуск, как здесь было кайфово, как было много людей и как припекало солнышко. Люди купались и кайфовали. А вот сегодня, видите, все изменилось. Весь день, всю ночь точнее, всю ночь лил прям какой-то очень сильный дождь. И вот сегодня уже вот такие волны. Утром уже вот такая история. Ребята, посмотрите, посмотрите. Весь волнорез скрывают волны. Сильные. Вон там вот, видите, ветер их сразу же на ту сторону ломает. Так. Голубой флаг. А что за пляж? Так, это пляж. Сейчас вам покажу. Голубой флаг — это хорошо. Значит, он очень чистый. В общем, это какой-то пляж. Сразу, так это чайка тоже, это, по-моему, детский он называется, детский пляж чайка. Там чайка 1, чайка 2. И идем туда вот в сторону, углубляемся туда, в сторону Адлера. Ну, давайте с вами немножко поэкстремалим, подойдем. Слушайте, ну, волны метра 2 точно есть. Ой, мы уже зашли с вами в ту зону, куда волна бахает. Да. Вот та будет сильная. Оп. Видите? Видите, как сильно? Сильно-сильно прям ветер подул, и все, все брызги просто на нас с вами. Видите? Вау! Так, ребятки, я вас немножко протру, потому что вода попала сильно. Да, руки прям вообще отмерзают. Слушайте, ветер прям сегодня северный. Вот, смотрите, красные. Долго камеру вот прям, штатив долго держать не могу. Меняю руки, то левая, то правая. Да, это точно, это пляж Чайка. Видите, написано Кирчайка, значит, это все Чайка. Вообще, достаточно такая длинная береговая линия данного пляжа. О. Ух, сдувает меня. Вот, вот, смотрите, какие волны. Вот это сегодня штормит. Людей всех сдуло сильным ветром. Так. Ой, какая волна. Гляньте, 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 какая идет. Смотрите. Ух, сколько она, метра 3 было. Ёб твою мать. Вот это да. А-а-а. Вот это же скач. Да. Ну, конечно, лучше не подходить, потому что смоет. Учитывая, что все волнорезы в водорослях, они очень сильно скользкие. Да. Я не мог для вас не поснимать такой выпуск. Просто про бешенство природы. Да, кто-то в комментариях напишет: ой, да ладно, что это, шторм, что ли, мы в таких волнах купались. Ну, ребята, не путайте волны зимой и летом. Зимой они имеют совершенно другую силу. Мы тоже купались в таких, ну, не в таких, конечно, меньше волнах. И они не такие. Эти прямо они разрушают. Ох, еще, еще смотрите, какая идет. Пойдемте поближе подойдем. Пумс! Да, ну кайфовенько. Согласитесь, да, есть свой кайф гулять в такую погоду и наблюдать, как море просто выходит
Я хотел сказать, море выходит из своего русла. Да уж. Набережная, вот буквально, да, вот по головам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек, ребята. И вот немножко людей на пляже, и мы с вами двигаемся по Адлеру, по береговой линии Адлера. Да, это кайф, такое наблюдать просто прекрасно. Так, пойдемте мы с вами пойдем вот к этому. Смотрите, какая волна идет. Гляньте. Бабах. Сколько пены, сколько пены. Ух. Вот это да. Сейчас вон та волна, по-моему, будет большой. И ее, конечно, сломает на эту сторону. Вот, смотрите, как заворачивает. Тут-с. И все. Ох, ох, ох. Сколько воды. Слушайте, очень сильный ветер. А посмотрите, какие барашки вон там в открытом море. Там тоже серьезные волны. Вот это да. Вот это здание было нормально закрыто. Посмотрите, вот ветра как разорвало. Да. Ветер. Ветер это... Серьезная тоже стихия, которая может... О, как выходит. Смотрите, 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 докуда. Так, следующая. Нет, следующая уже. Хотя нет. Вот, 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 вот она. Видите, идет? Ага. Ой, класс. Да, обычно здесь столько людей, что, ну, так, знаете, пробираются люди через друг друга. А сейчас вот просто два человека идут. И все. Вот еще волнорез. Меня, конечно, очень сильно раздражают все эти волнорезы, но когда шторм, прям идеальная тема, что они так разбиваются, это прям, ну, захватывающе. Согласитесь со мной, пишите в комментариях, как вам. О, человек вот так прям поближе захватить. Ох, идет. Отходим. Ну, ребята, этот выпуск 100% заслуживает от вас лайка и репоста. Вот кто задавал вопросы, как погода, как погода. Вот, вот. Так, сегодня у нас число какое? 12 марта. И вот так испортилась погода. Но, надеюсь, скоро все наладится и все будет нормально. Смотрите, еще один волнорез. Здесь прям волна хорошо выходит вот аж сюда. Видите? Гальки тоже так присыпало хорошо из-за волны. Ох, как зашла. Смотрите, как зашла волна. Вообще людей просто нету. Так что мы сегодня вместе с вами, ребята, наблюдаем кайфовый закат. Здесь небо синее, классное. Оттуда немножко солнце, да, высвечивает. Там просто наступил какой-то конец света. Там какой цвет, а и фиолетовый. И Черное море во всей красе, на тону и черное, чтобы так буянить. Опа! Да. Так, еще один волнорез. Видите, как волну прям перекидывает из-за ветра, потому что волны косые идут по диагонали. Разливается, как шикарно. Вот обычно где-то волна вот тут заканчивается, а доходит она сейчас... Видите, докуда? Вообще. То есть, вот эти штуковины-то не просто так установлены. И когда здесь шторм, наверное, в раза 2-3 сильнее, я очень надеюсь на это увидеть, волна бьет прям вот в эти отбойники. И прям... Бррр. Да, мне очень хочется посмотреть на такое море. Но пока никак не удается. В этом году оно... Спокойное, спокойное, все равно спокойное.
А вот кому вообще все равно, это вот чайкам. Чайки вообще всегда сидят на этих волнах. Ой, какой сильный порыв ветра подул. Я аж два шага вправо сделал. Ничего себе. Вот это да. Вот, видите? Видите, куда выходит волна? О, вообще кайфово. Так, мы тут уже с вами дошли, прилично прошли, кстати. Километра 2-3 мы уже с вами сделали. Вот докуда волна бьет. Опа! Так, вот такой вот волнорез. Ох, слышите этот шум? Да, ребята, вот такая вот обстановка в марте, середина марта. И погода подпортилась. Но я вам скажу так, что сейчас вроде как такая немножко затяжная, на дней на 5 будет вот так, ну, судя по Яндексу. Хотя здесь часто погода Яндекса обманывает. Поэтому, возможно, это закончится уже завтра. Черт его знает. Подписывайтесь на канал и следите. Каждый день выпуски выходят. Я стараюсь держать вас в курсе. Бываю в каких-то местах. Сам первый раз вам показываю. Вы вместе со мной. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь. Интересно. Здесь точно интересно. Ладно, давайте дальше пройдемся. Так, еще один волнорез. Так, поймали такую вот мы с вами волну сейчас. Да. Слушайте, ну очень здорово. Так, я хочу, знаете, что сейчас сделать? Вот на вот этот волнорез, он высокий относительно вот этих всех. Пойдем сюда с вами встанем, посмотрим, как там. Так, здесь опять это непонятно что, то ли это речушка какая-то стекает, то ли это канализация. Оп. Отлично. Самое главное, что я перепрыгнул. Опа. Ну что, давайте, давайте с вами прогуляемся. Здесь волнорез сухой, да, вы можете заметить. Но потому что он вот с такой дыркой, волна ломается еще там. Видите? И затекает как бы в такую канаву. Но все равно. Дальше идти, конечно, не рекомендую, потому что это опасно. Не дай бог, случайно сильная волна, и меня смоет. Да. Ну, классно же. Ну, слушайте, ребята, вот там вот уже пляж этот заканчивается. Чтобы нам попасть на ту сторону, нужно обходить. Здесь стоит вот эта вот калитка на волнорезе. Нужно обходить через город. Поэтому давайте так. Вы пишите свои комментарии, пишите вопросы, пишите, что вам показать в Адлере. Для тех, кто писал и просил погулять в Адлере, на днях пойдем. Я хотел сегодня отснять Адлер, но очень сильный ветер, ребята, в городе вообще гулять невозможно. Поэтому пишите в комментах, что еще отснять на днях. Мы, может быть, с вами прогуляемся в ту часть, обойдем, по Адлеру походим. И еще покайфуем от моря, а вы для себя выберете, в какую часть Адлера, либо в Сочи вам приезжать. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь выпусками. И, конечно, не забывайте про лайки. Это большая поддержка от вас для нашего канала. Все, всем пока. У меня вообще замерзла сильно рука. Всех обнял. До новых выпусков.